Да что тут сложного-то? Я перелетел, ребят. Ребят, что вы не хотите, блядь? Ну, у нас Жакера в команде, точно, Миша, я понимаю. Ола, амигасы, и Квантум с вами. Сегодня адская игра, где больно будет всем. Ведь если один оступится, упадут все. Потому как игроки связаны цепью. Это Chain Together, и мы почти прошли игру. Это четвертая часть видео. Приятного просмотра, не забудь про подписку. Начинаем. Погнали наверх. Продолжаем восхождение наше прекрасное по резервуарам, цистернам. Кто упадет первый? Кто вообще упадет, тот должен нам косарь. По косарю каждому. Из-за кого произойдет падение. Давай договоримся так. Не, ты не уверен в себе? Я что, похож на... О, что за алкоголик прыгнул сейчас? А куда нам? Готовься, направо прыгай сейчас. Повыше поднимемся. Давай, готов. Раз, два, три. Поехали. Я из-за вас не прыгнул. Из-за нас? Сыпай его. Как будто бы можно было бы сразу на нее. Готов? Раз, два, три. Поехали. Какие же вы козлы. Или не козлы? Не козлы, хорошо. Назад сделай. Я сделаю назад. Да блин, да что протокол у меня лагает? Не знаю, что происходит, ты говоришь, назад сделай. Я вешу, куда мне назад? На грузовик, на грузовик. Давай, на рефрижератор прыг. Ты кто не прыгнул? Что они предупредили-то? Да полчаса орем, что прыгать пора. Мы команда, мы хорошие, мы дружные, мы лучшие. У нас высота. Ты полетел. Дед нафиг 2000 должен, я считаю. Не знаете, чем заняться с друзьями? Предлагаю вашему вниманию Радмир РП. Это бесплатная онлайн-игра с открытым миром, в которую можно играть с компьютера и мобильного телефона, с живым общением и дружелюбными игроками. Здесь ты можешь влиять на жизнь и развитие городов. Становись депутатом или мэром, принимай важные решения, которые будут влиять на реальных игроков. Хочешь больше экшена? Тогда становись на криминальный путь. Мути свои грязные делишки. Для этого в Радмир РП есть все необходимое. Я частенько играю на 15-м сервере, поэтому для вас у меня есть промокод Quantum, который поможет при старте. Скачивай Hustle онлайн на телефон и Радмир РП на компьютер. Ссылка на игру и мой промокод в описании. Кто бы это сейчас сделал? Раз, два, три. Не. Крюкан. Мой крюкан. Сука. Подлец, а тянется же, посмотри. Кран, который висит в воздухе. Страшные вещи происходят в этой игре. Отпускай. Это мой крюк. Отпусти его. Он же бабуинился опять, помогите. Это куча листков. Кто нас подстает постоянно, Миша? Миша. Я всегда спереди, смотри. Ты всегда падаешь самый первый. Ну, потому что вы сзади стоите. Готовьтесь прыгать. Сейчас подъедет, на счет три будем прыгать. Аккуратненько. Раз, два, три. Наконец-таки все живы и здоровы. Да куда ты? С этой стороны будем прыгать. Блять! Кто упал? Кто упал? Нафиг. О, нет. Ой-ой-ой-ой, Акера, держись. Упал у нас. Тяните. Да что происходит? Сейчас нужно подбежать, когда надо до тюка доедет. Давайте, бежим сразу и прыгаем. Прыжок делаем. Не надо было прыжок делать. О, прыжок. Это прыгульки. Это прыгульки. На другую. Я вас, блять, спас. Еще прыгулька? Я даже не понял, что это за солома крутится. Смотри. Нас никто не спас, тут ситуация спасла нас Сакера. Я спас. Ну окей, пусть так будет. Яблочный спас. Ой! А, это хрен тут. О, понятно, жизнь легче не становится. Мы вроде как в рай вас поднимаемся, а все булыжники падают. На цепь собаки, я Наруто Узумаки. Миш, ты пес или собака? Я Наруто Узумаки. Правильный ответ. Не падайте, пожалуйста. Куда, Акер, тебя понесло? А я опять из-за вас. Из-за нас? Вы толкаете меня в воздухе. Стойте, надо подумать, блядь. Да вон пачка есть на нее, и все, Акер, вперед, газуй. Небольшое обращение к моим подписчикам. Как вы знаете, что с Ютубом могут возникнуть большие проблемы. И для того, чтобы нам с вами не потеряться, я вам предлагаю подписаться на мой телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под этим роликом. Туда я загружаю закадровые моменты, записываю кружочки с историями со съемок и многое другое. Будет интересно, ссылка на мой телеграм в описании, подписывайся. Ну а мы продолжаем. Вон карпачка подъехала, скорее на нее. Надо будет перелазить через все вовремя. Но в целом, как бы мы можем остаться и там, если что, на крайняк. Давай сразу прыжок. Да блять, вы опять! Прыгай! Да блять! Не пи***я, прыгай, блять! Я уже наверху, блять! Расскажешь! Данил! Тяни нас! Ой-ой-ой, лагай! Я под текстурами!
Сейчас мы тебя из-под текстуры вытащим. Мало тебе. Все, лагает, страшно дергается все. Парковка нам наверх. Ой, там эти контейнеры любимые наши. Ядрить, Мадрить, конечно. Я в Мадрид, Мадрид, нифига. Нет, нет, все, не идем. Если мы упадем, это будет, мы в самый низ упадем. Ебать, туда падать. Пошли, пошли, раз, два, три, давай. Они медленные, давай, на грань, пошли. Опа. Да было... Да кто? Тормозит, тормозит и нахлебалка. Иногда слишком быстрый процессор, это тоже плохо. Ван бэй, ту бэй, три бэй, прошли. Ой, блин, просто. Вот так вот вообще в такую команду попадешь и в офиге. Пацаны, пацаны, смотрите, что тут запаковано. Что интересно. Это утеплитель, Миша, это нельзя нюхать. Ничего себе. Нормально так. Понятно, чем вы занимались в прошлой жизни. Чем? Ой-ой-ой-ой. Ничего противозаконного. Стюнюхали стекловату у тапки. Ебать, от нее, наверное, 4. Миша, профессионал мастер. Да, бля. Ой-ой-ой. Угу, понятно. Опять стекловату нанюхался и бегает, орет. Раз, два, три. Стой, дорога опасная. Раз, два, три, прыжок. Нормально. В прямом эфире причем. Ну, давайте на диагонали справа. Да-да-да. Раз, два, три. А что-то... Что-то кто куда нафиг? Что-то... Акера, тащи нас. Акера, держись. Держусь. Акера, держись, пожалуйста. Держись, пожалуйста, Акера. Затащи Миху. Миша, затащили. Затащили? Нет, вы чё сделали, говнюки? Блядь. Ой, я вас засейвил здесь, я хотел. Кого ты засейвил? Где ты засейвил нафиг? Стой, не двигайся, Акер, не бегай сильно, скидывает. Видишь, он подтаптывает в сторону. Тебя нас носит. Давай сразу прыгай на тюк. Раз, два, три. Прыжок, прыжок. Блин! Я не пойду с вами в это больше играть. Все, идите в жопу, ни хрен вам, а не цепи. Ушлепки просто. Спасибо доброй игре, что здесь был сейв. Куда вы прыгаете? А куда вы, блядь? Куда вы стоите? Прыгаете. Чё ты подошёл ко мне? Не подходи ко мне так близко. Прыгай. Ой. А, блядь, здрасте. Парни, парни, опаздываем, блядь. О, гранатик! Ну, куда вы сейчас-то уже полезли? Надо было ждать. Да нюхался у шлёпок, у тапок, мурло. Где это мы, блядь? Где мы? Не знаю, пойдем пешком. Чё ты, давай, подойди еще ко мне, посмотри на меня, давай, и не прыгни вовремя. Почему меня назад откатывают? Ой, да прыгайте. Так, стоим и ждем. Блядь, скорее. Не прыгай, не прыгай, не прыгай. А, мы долетим в целом, можно прыгать. Готовы? Раз, не надо, не надо, два, не надо. Три, прыгаем. У меня тут же очевидно, очевидно, что долетим. Он опять упал. Да не падай, Акера. Извини, ты хорош, мы тебя любим. О, мы тут не были? А были мы тут? Не были. Если бы мы здесь... Акер, да что с тобой? Он стекловатый опять нанюхался, походу. Мне кажется, Миш... А, нет, вылетел. И куда нас все закинет? А, фух. Ну, здесь-то мы с ним были, поэтому нормально все. Давай сразу прямо от нас, которая вот ближайшая. Вниз упадет, прыгаем. Один, два, три, давай. Ух ты, ё-моё! Хамуха. По диагонали справа видите блок? Уверен, мы допрыгнем. Ладно, давайте лучше прямо, потом с него направо. Не будем торопиться. Прямо, который от нас прямо. Готовы к прыжку? Раз, два, три. А чё, не прыгнули? Что, чё, иди? Ты на приколе, Акер, ты чё? Ты Акер, иди на приколе! Нет, я в Миху хотел... Вы оба не прыгнули. Нет, Миша, мы не должны, мы же не договаривались прыгать. Направо, нафиг. Один, два, три, прыжок. Да погоди, а куда ты? Ты... Тащи его, тащи его. Да, я не могу его тащить. А меня скидывает нафиг. Меня тоже. Тащи его, теперь аккуратно сейвься и тащи его. Фух, готово, один, два, три, прыжок. Ой, вентилятор теперь. Да что ж ты же не предупреждаешь? Че, ну нормально прилетели? Че это, че это? О, на лифт. Карьерная лестница наверх. Фу, блин. О, тропа вознесения наверх, шикарно. Все да выше и выше. Да нахера! А да я случайно. Сколько Акера тебе заплатили? Я заплачу тебе в два раза больше. 10 тысяч. Ушлепок, если ты еще раз умышленно упадешь, я, короче, кнопку кика тебя, понял? Коинов, я надеюсь, блядь. Конечно, блядь. Там нифига пусто, не найн. Погоди, тут открывается эта штука. Да, конечно, это трюм грузового балкера. 3, 2, 1, что это такое? Побежали, все. И че, блядь? Давай, 1, 2, 3.
Батут, куда прыгать дальше? Стоп, налево. Или за балку зацепиться? Налево. Давайте. Один, два, три. Ого, еще батут. Еще, да. Нам на цистерну, на цистерну. Повезло, на красный контейнер. Акера, готов, мех, готов. Один, два, три. На какую, блядь? А какую ты трубу хотел? Ну, на которой я стоял. Да нахера. Чисто дружно на одной трубе постоять получается. Вы не любите длинные трубы? Ну, как-то не очень жить с ними. Ядрить контейнер, мутант. Ты живешь без длинной трубы? Еб, чё контейнер прям весь? Ну, всё, погнали. Акер, на твою жопу похож. Контейнер более дырявый. Ты, ну, шутка. Один, два, три. Блин, ну надо уворачивать. Сейчас это... слева пролетает и прыгаем сразу. Готовы? Да, потом один справа. Сейчас слева, потом один, справа, два, три, погнали. Посередине. Не прыг... Ну ладно. Уходи в бок, тащи нас наверх. Акера, влево, влево, влево. Влево, 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 влево. Иду, иду, иду. Еще иду, левее, иду, бери. Еще левее, еще левее. Так, все. Лево, лево, лево руля. Налево, 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 налево. Право руля, лево руля, лево руля, лево руля. Лево, 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 лево. Право руля, право руля, право, право, право. А, тут препятствие, я понял. Нет, 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 нет. Направо. Пипяу, пипяу. Бля, да ну нахуй. Пипяу, пипяу. Пусти меня. Да куда я тебя пущу, блядь? Пипяу, пипяу, пипяу. Это трындец. Я застрял тут, блядь, из-за вас. В смысле из-за нас? О, все, прекратился камнепад. Вперед, а у меня там нельзя было обойти эту хуйню. Из-за нас. Оно прекратило какать. Натань, блядь! А. Перестал на нас срать. Фух, это слушай, было... Это же была божья срань. Это было ужасно, но быстро, срань хорошо. Срань божья. Срань господня. Еб. Так, ну, как... опасно, полетел, Данил, блядь. Как видишь. Один, два, три, побежали. Ага. Ага. Что? Ага. Что это? Что это? Кнопка какая-то. О! Это что за старт? Это прыгалка, походу. А куда прыгать? Надо. Ставить, куда надо. А, вот на сторону платформы той. Все, как будто бы ништяк. Залазьте. Один, два, три. А, это как катапульт, он сводится еще? И теперь куда? Вон туда. На походу, балкер, да, видимо. Как будто бы чуть-чуть ее левее можно было бы, но пофигу. Можно подрулить. Неплохо получилось. Блядь, свинюшку задавили. Эти грузовики цели. О, балкер. Блин. Игра про разбор кораблей, пацаны. Балкер, где ты это слышал вообще? Это балкер называется, эта хрень. Почему балкер? Ну, танкер. Потому что он может перевозить грузы насыпные и танкер. Вообще разных форматов. Балки, танкер. Балки и насыпные. Называется танкер. Балкер. Танкер перевозит только жидкие грузы. Сейчас он будет. Хочешь перевозить жидкие грузы, блядь? А вон батут, смотрите, вон батут справа. А, тю, блин. Мы решаем головоломки. Один, два, три. Достаточно, как я. Раскрыть. Так, а куда? На балку. А вот на балку цепонцу нужно. Давайте, один, два, три. Ой, это не так будет просто. О, поймал. Хорошо. Его. Да, ага, только... Вот, тянем его. Тяни. Я один так второй тяну. Вот, все. А дальше на батут. На батут. А куда с него, подожди? Дальше. А, на такую же балку сзади. На такой же, да. Готовы? Да. Стой, Акера. Нам нужно прицелиться на балку сзади. Готовы? Один, два, три. Ебать, не помню. Недолет, ебать. Он кто-то не дорулил, что-то слабенько, слабенько. Давай, один, два, три, на правый. Хорошо. Ага, хренько. Оно сразу срабатывает. Погоди, давай сюда же. Во, теперь долетаем. Ага, только вы не полетели. Почему? Надо было сказать, что летим. Пока разворачиваемся, целимся, вот все эти моменты. Понятно, полетели. На второй так сойдет. Все, давайте. Здесь шипы. А, блядь, здесь шипы. Назад, 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 назад. Погнали. Погнали. Блядь. Нормально, 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 нормально. Нормально? Это ты нормально называешь? Рано вы погнали. Мы не рано погнали, это ты поздно. Погнали. Погнали, 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 погнали. А тут нет, да, смысла шип нажимать? Стой, стой. Погнали. Погнали. Есть еще вертолет. Не успеваем, блядь. Кто? Быстро, Данил, слишком. Как я быстрый-то? Ну почему Акера-то успевает, а я быстрый? Ой, вертушка прям за нами. Space bar, stop climbing. У нас вертушка!
Вер, это вертолет. А, там крюк у него был. Че, куда летим? Нормальная высота растет. Altitude. Едрить. Аватар. Едрить там вверх еще ползти нам. Куда мы летим-то? Так вот прямо на такую же катапульту. Вон туда, на катапульту. По-моему, мы перелетим, блядь, сейчас. Не долетели. Да мы от той херни так же могли отлететь, блядь. Точно? Ну, левее. Да, слышишь. Все, давай, погнали. Ебать. А что за шар? Погодите, здесь слева что-то есть. Это что? Это про это, помните, игру, где нужно было по скалам лезть? Он за угол себе заведет, затащит и изнасилует. Я так и думал, Лакера, готовься. Тебя не спасет это дерево. Я этого не слышал. Обезьяны, вместе, сила. Руками ежевал перебирать, вот то же самое. Как там Цезарь есть, вот этот маленький пиздю, как его? Хакера. В этой части он уже... Он уже сдохнул. Ну да, он умрет. Спойлеры залетели. Как его звали? Маленького? Да. Хазбик. Блядь! Что это за шар мыльный? Он лопнет? Нормально, зачем он вообще этот шар? Какой прикол. Он вместе с нами двигается. Ну, да, может, это у нас сейвит? Давай торопиться, вдруг плитки будут отваливаться за ним. Скорее всего, столкнет нас. Да, я упал, да, я упал. Дань, тяни. Я не могу тянуть, когда у меня тиммейт Акера в команде. Не могу тянуть, понимаешь? Это не из-за меня. Это батут, говно. Налево или давайте на правый, пофигу. Направо, всегда направо. Сейчас Акера сорвется, и мы проиграем, потому что это Акера. Не нужно ему диссонанс в голову вбивать. Налево. Да, куда лево, право? Налево. Он сейчас будет вспоминать, где лево, а где право. Налево, полево налево. Идем всегда. Вроде успели, кстати, это радует. Надо торопиться, гоняет задняя стенка. Шар близко. Шар и шаг. Налево. Акера, ты живой там, надеюсь? Да. Не торопись. Торопись-ка. Не торопись. Не торопимся. Направо. Прыжок, раз, два, три. Все хорошо. Слава богу, блядь. Ой, понимаете? Устал ползти. Ой, я тоже. Ой, что это такое? Мы в раю? Как будто бы нет. Погоди, что-то какая-то платформа сразу. Где? Ой, это... Ничего там нет. Ты падал, видимо, удачно и не падал вниз. О, смотрите, тут дорожка. Да. Одна? Миха. Стой, куда звук странный? О, Акера. Это что, хайдинсик? Мы нычку нашли, здесь прятки играть можно. У нее сиськи. Это сосок? Или когда Акера первый раз женщину увидел голую? Это просто дырка, кажется. Вот, смотри, попасть надо куда-то. Пещера Бэтмена. Что это? Вы попадаете, Миха, направо. А, да. Ой, пиздец. Серьезно? Катер Джонс, реально. Мы вниз спускаемся, наверх нужно. 200 высота. Как будто бы маловато. Ой, что крутить, это, вертеть. А что происходит? Не знаю, я происходит? А вон дверь открылась слева. Дань, покрути меня, поверь. А, вот, погнали. А там, скорее всего, лабиринт. И нам нужно. Да я посмотрю, ты разработчик этой игры, видимо. Это лифт. О. Стой, надо осмотреться. А сверху осмотримся. Там храм, блин. Там храм, да? Да дома на тюрьма! Индиана Джонс! Там тюрьма! Молиться надо было. Ну, бля, точно, ты прав. Господу нашему Осирису. Мне нравится звук, как будто девственницу трахаешь. Блядь, почему? Слышишь? Я не буду задавать вопросов. Блядь, как по бревну нахуй. Какой нафиг ужас? Что это такое? А, нужно оптимальную траекторию проложить. О, вот это самое оптимальное. А давайте, погнали. Один, два, три. Один, два, три. Рука затекла, погоди, я говорю. Так, я тогда пойду поем и приду, пусть он пока руку разомнет. В смысле, блядь? Погоди. Все, он тут, да? Один, два, три. На лицо прыгаем. Один, два, три. Один, два, три. Это не мужское. Один, два, три. Акера понравилось. Давайте. Один, два, три. Так, куда нам лететь? Подожди. Ага, на блоке справа. Прямо по курсу. Один, два, три.
Опа, хорошо, опа, полетели. Опа, можем дальше прыгнуть. Один, два, а три. Тут что, электричество? Где? Где? Давайте по левой части ползем. Ну тут изи все, тормоза. Дань, ты опасный. Тормоза. Погнали, погнали, погнали. Стой! Очко нам. Нет. Идем вверх. А что вы стоите? Он же откатывался назад. Ну потому что нужно со всеми оговорить. Пофигу, что, короче. Барабаны. Мы выжили. Бадабумс, бадабумс. Давай, раз, два, три. Ух ты, ух ты, блин. Барабан. Барабанит. Хорошо. Давай, следующий. Ну, вроде изи идет. Что-то вообще легко пошло, легчайшее. О, еще лифт один карьерный. Ой, еще, нихера себе. Фига мы прям, что, спидран по игре? А что я не записываю, вообще? Ну, покажи, откуда мы пришли. Ой, Токио! Удачи, говорит вам кучка неудачников. И что здесь? Давай по стрелкам идем, пофигу. Он же хочет, чтобы мы страдали. Будем страдать, по стрелкам пойдем. Хотя, мне кажется, здесь офигеть, здесь город огромный. Ну, оно у нас ведет, может, по длинной дороге. Может быть, кстати. Нам до короткой дороги еще очень далеко. Так, стоп. Ага, дальше выше. Вот, давайте один, два, три. Один, два, три, прыжок. И еще раз прыжок. Гакера, распрыжка. Готовы? Да, тут надо аккуратненько. Готовы? Один, два, три, погнали. Ай-яй-яй-яй-яй. Нормально. Ай-яй, мне амор. Готовы? Один, два, три, погнали. Хорошо. Тут водяное колесо, о, прыжок. Блядь. Хорошо, что не крутится, не скидывает нас. Но... О, снова лестница. Хотя могло. Высота прям приятно растет. Ну, здесь знакомая история, нас еще прыгаем. Один, два, три, прыжок. Так, а снег куда дальше? На грань переступаем, на грань переходим. Да, что-то я переборщил. Готовы к прыжку? Один, прыгаем. Два, три. Давайте на брезент. Бабоздали. Ничего не бабоздали, все четко было по таймингам. Вверх все выше и выше и выше. Что-то застряли. Не, слушай, когда ты так поднимаешься, мне нравится. Вон, облака нам, к облакам нужно, облака близко. Облака. Ой, о, сакура цветет. Сакура. Сакера. Ну, кто про дикера добавит, жду. Сакера, мой дикера. Ну, молодец. Давайте, прыжок. Подлый мост. Че, попадешь, попадешь меня? Давай, давай, смотри, попадешь. Прыжок. Прыжок. О, по перилам должны ходить. Ой, стойте. Ой, блин, перепрыгиваем это. Тут-то чуть не наткнулся, прям жопа не напоролся. Ох, их здесь много. Ну, не так уж и много, как в начале. Что-то как-то ближе к концу стало легче. В начале было сложнее сильно. К концу всегда приятно. Ну, не знаю. Ой-ой-ой, зонтики веселые. А куда дальше? А, на следующий на красный. Можно и музыку не ставить на видео. 2500 налево. Прыжок. Опа, я не допрыгнул. Как всегда. Да это же не удивительно, чисто база. Был бы я девушкой, я допрыгнул бы. Ух, там дальше опять механизмы какие-то вращающиеся. Там нифига не просто будет, пацаны. Ой, там быстрее веера дуют. Погнали, погнали, погнали. Бля. Нормально, пацаны. Я тут неплохо снизу погнали. Прохожу. Прекрасно. Идеально. Я его тащу. Я его не тащил, да тащил я его. Что я здесь? О, веер. О, нам наверх. А, нужно прыгнуть, и он поднимет нас. На счет три. Один, два, три. Хорошо, давайте. Что это такое? Что это значит? Почему она так странно себя ведет? Неприятно. Ну, нормально. Блядь, Данил. Я по центру, блядь. Мне нравится, как хакер вообще жертвой обстоятельств постоянно является. Да я вообще по центру. Сейчас еще раз. Переворот. И прыгаем. Готовьтесь к его маневру. Направо. Ага. Хорошо, идем. Направо. Ага, направо. Прыжок сразу прыгнул. Давайте на платформу. Че, я допрыгнул, че врёшь? Ты-то допрыгнул, но ты прыгнул не одновременно с нами. Когда мы были в полете, ты же решил прыгать. Цепь натянулась, и мы бег-бег. Да, придави сейчас меня! Ой, блин. Ну все, здесь все изи. Побежали. Сейчас пролетит серая птица. Просто побежали, низкополигонально пролетела. Да, я вижу. Давайте, раз, два, три, прыжок. Нормально. Просто птицу не покрасили, спрайт там нарисовали, чисто 2D-шкой такой. Поплыли, ура! Ху-ху, ух ты, качаются. Ого, да, в натуре. Че застряли-то? Да почему у меня цепляется?
О, лифт снова. Теперь мы знаем, с чем у Миши ассоциируются данные звуки, звуки кожи. Тут уже другой звук. Тут уже тигр. Тигра? А он мурчит в ответ? Типа, а, блядь. Ой, нарисовать надо? Давайте. Мы сбоку просто ходим, Акера, не наступай. Я случайно. Давай, прыгаем в центр. Прям один, два, три. Ай, блядь. Стой. О, что, заново? А, крестик блядь. Нужно замутить. А, все. Другой типа, Стой, блядь. Акера, ты... Бу-бу-бу, блин. Да, блин, надо одному ходить, короче. Да, один тянет всех. Акера, иди туда на улицу. Миш, прыгни на улицу. Да. Ага, Акера да тянет, блядь. А, слышишь, у тапок ты реально заплатил, что ты фигню делаешь? Да ничего мне не платил, блядь. Я ничего нафига, ты реально сегодня нам руинишь. Давай. Да ёпта. Да вот, блядь, это я что ли? Жми. Куда? А вот справа платформа появилась. Сука. Ой. А, я пилил сюда! Акера, блядь! Ёпта мать! А я-то не знал, блядь. А можно же было увидеть. Это и есть критическое. Поднимается. Вот, а, беги. Хуй знает, куда. Поднимается, погнали. Сейчас поднимется. Побежали. Погнали. Все, углы выставляем, хорошо. Вот тут! Куда ты прыгнул, лакеры? Миш, есть ощущение, как будто он специально руинит сегодня. Я лечу, я просто случайно прыгал, я ищу. Ему пофиг, главное лететь. Главный факт полета. Блядь, здесь что, лабиринт? О, крутится. Да пофигу, погнали. Ага. Не прыгайте. Сука, аккуратненько, давайте за мной двигаемся. Да цепь заматывается вокруг столбов. Акера, ты можешь идти по траектории моей цепи? Все будет прекрасно. Прыгай, Акера! Да я-то прыгнул! Когда надо, не прыгает. Когда не надо, блядь, прыгает. Я прыгаю. Нужно двигаться по траектории, по которой пошел я. Потом уже идти, и все будет хорошо. А если ты по кривой дорожке пошел? Да, вообще, ну вот это не ходи уже. Что за танцы? Швеллеров каких-то. Ой, Миша, не прыгай! Блядь, прыгнули, блядь! Ну нахуя вы? Ну е-мое. Сейчас сюда и такой лезет на это. Вообще полез на центр. А это персонаж. Персонаж. Ты ему рулишь. Это персонаж, я ему соответствую, ебать. Да. Да. Да что тут сложного-то? Вот я перелетел, ребят. Ребят, что вы не хотите, блядь? Ну у нас Жакера в команде, точно, Миша, я понимаю. Давайте сразу на всю прыгаем и цепляемся за блочок. Все. Да я опять туда лечу, блядь! Нет, давай на второй. Давай, один, два, три. Во. Один, два, три. Во, видал? Блядь, Миша! Блядь! Вот это не я уже, это уже. Да ёб твою мать. Действительно. Да пи***ть. Охренеть. Да ну его. Это был Chained Together, четвертая часть. Quantum был с вами. Спасибо за просмотр. Не забудьте про подписку на канал. До скорых встреч. Пока-пока.